Мне 43. Что, много или мало? А? Спасибо, да. Да, есть у меня дочь. Жены уже нет. А? Ну а кто из нас, Люхи? Она плохо себя вела. Да, я наказал. Да я здесь был как-то лет 15 назад. Не, ну да, наверное, изменился. Я был, по-моему, в 97-м году. Господи, все города выглядели одинаково в те времена. Как-то так серо выглядели. Но сейчас, да, как-то изменился. Ну, я, собственно, тогда не шибко его разглядывал. Как-то мы просидели там полторы недели в какой-то гостинице в центре города. И улетели. Вот и все. Я родился в городе Воронеж. Скажите, а фильм пойдет с большим прокатом? Да нет, фильм-то, наверное, не пойдет. Он уже был в прокате, по-моему, года два назад, да, ровно два года назад. Его показывали в кинотеатре, по-моему, недели три в Москве. Да, 2000, ну, правильно, два года назад, и, собственно, и все. Ну, вот Сталинград был здесь пока. А? Кому наравне с вами предлагали эту роль? Никому, мы просто знакомы давно с Алексеем, и он мне, видимо, уже писал сценарий и знал, что как бы я буду. Ну, мы с ним работали еще две картины, помимо этой. У него был такой фильм, если знакомый, «Кремень» и «Бубен барабан». Вот он их снимал, там снималось. В главной роли Негода, которую, если кто помнит, наверное, помнит, маленькая Вера. Вот она там снималась в главной роли, его прошлая картина, позапрошлая. В Москве, в основном в Москве. Все. Ну, был такой смешной сериал, называется «Котовский». Кого что? Из здесь сидящих? А? Ну, я не знаю. Ну, вот этот успешный фильм. Мне так кажется.